Это уже 13-я по счету конференция Ассоциации писателей Урала. Но вполне возможно, что название в ближайшем будущем придется изменить. За более чем 10-летний стаж работы организацию пополнили творческие силы Сибири, Ханты-Мансийска, Ямало-Ненецкого автономного округа. В Оренбурге столь масштабное мероприятие проводится впервые, и это не что иное, как оценка того вклада, который вносят наши авторы в общее литературное дело. У нас очень благополучный регион Оренбургской области. У нас есть дом литераторов, все двери прекрасных залов, библиотек, музеев открыты для наших авторов. Пожалуйста, абсолютно бесплатно, наоборот, приветствуется. Проводите вечера, творческие встречи. Есть замечательная поддержка со стороны нашего правительства. Общение самых известных и уважаемых авторов современности, вне всяких сомнений, даст мощный творческий толчок, что в дальнейшем отразится и на культурной обстановке в регионах-участниках ежегодной конференции. В рамках творческого десанта были проведены в том числе и два мастер-класса для молодежи. Среди тех, кто только пробует перо, не так просто отыскать будущих звезд. Конкурс «Капитанская дочка», где сегодня уже до тысячи номинантов участвуют в этом конкурсе, что дает нам возможность, ну, как-то выявлять новые молодые таланты. И мы выделяем средства на издание книг молодых авторов. А то, что наша область на таланты богата, могут подтвердить в Оренбургском книжном издательстве. Только на их предприятии ежегодно печатается порядка 10 книг местных авторов, среди которых не только художественная литература. Бестселлеры наши – это «Оренбург» книга, «Оренбургский пуховый платок», «Оренбургский край благословенный». Это вот три книги, которые у нас пользуются популярностью не только в Оренбурге, но и по всей России, и также за рубежом. На многочисленных мероприятиях проходит не только обмен творчеством, но и острые дискуссии между писателями, политиками, учеными и бизнесменами, что положительно сказывается на формировании новой интеллектуальной элиты нашего общества. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.